где мы? Все, где мы? Японский бог, как высоко. Какие все, как высоко. Как далеко баня оказывается, как низко. Какая красота здесь. На вершине эквадорского вулкана спасатели нашли мобильные телефоны туристов, которым удалось снять на видео свою гибель. Молодые альпинисты погибли, пытаясь запечатлеть облако пепла, которое поднималось из кратера. И эти кадры оказались для них последними. Напомню, извержение неожиданно проснувшегося вулкана уже унесло жизни 50 человек. Уникальные записи комментирует наш корреспондент. Эти кадры извержения вулкана спасатели нашли в мобильных телефонах погибших туристов. Облако пепла поднимается над горой, потом, кажется, заволакивает все небо и стремительно опускается вниз. Зрелище не только красивое, но и смертельно опасное. Завораживающая красота разбушевавшейся природы оказывается последним, что видят эти люди. На записи слышно, как из последних сил они пытаются дышать. Так, высота. Об извержении Антака даже сейсмологам не было известно заранее. Вулкан проснулся в разгар альпинистского сезона. Количество погибших перевалило за 50. Сегодня спасатели обнаружили тела еще двоих туристов. Непонятно, как вулкан будет вести себя дальше. Поиски пропавших без вести то и дело приходится приостанавливать. Опять пукнул. Осталось чуть-чуть до флага, там еще поснимаем. Посмотрите. Ух, затаривает опять. Вот наш другой. Сахалинский проходимец. Молодец. Уже на четвереньках. Вот он уже. Почти 7 часов, как мы идем. Практически без передыха. У меня что-то шикарные, конечно, ботиночки, но под ном начало подтирать. Я одел очень простые. Какие-то носочки индийского плана, Шерман. Это явно Леша для офиса. Надо одевать настоящие. Продукт для хайкинга. Хорошие шерстяные. А теперь, теперь занимаемся херней, да, давай. Да. Слушай, он до дома не докатится? О, сейчас подожди, я крест фотографии сниму, что это за крест такой. Говорю, у тебя крест какой-то, там помер кто-то. Где, далеко? Ну, я вот его хорошо вижу в камеру. Возьми, сними, вон на твоей будет видно. Практически напротив нас на склоне. Так, ну и вот куда мы идем. О, облупился или как там это? Вон он, снег вижу там. Вот он. Слушай, а черные облака, это что за, блин? Да не черные облака, вон дым с него. О, смотри, валит, пошел дым. А, так моя. Вот он валит, да. Тут метров 400 осталось, 500 может. Чтоб ветер не поменялся. Ох, поперло в нашу сторону. Вулканчик наш. Снег. Где-то там был. А, вот.
камушек придет. А вот там, вот там, вот там. Ой, бля. Ты лучше бы в России остался, там теплее, нахуй. Ой, бля. Льды кругом, бля. Так нас подсветило. Знаешь, анекдот про ворону. Какая я сильная, смелая. Но какая я глупая. Да, 4,5 километра. На сопли замерзают. Раз в ноги. Куда я приехал? На экватор. Да. Осталось 500, наверное. Можно было сейчас чуть-чуть туда подняться там. Вполне безопасно и спокойно. Когда достигало мало, видно было. Очень там. Вот такая вот такой ландшафт, наверное. Фотографирую. Да, такого, конечно, только самолета. Больше, конечно. Ну, или с воздушного шара кого-нибудь. Высота где-то 4,5, где-то 4,700, я думаю. То есть вот туда мы не пойдем уже. Извиняйте. Да! Вот так вот мы поднялись, все. Спускаться уже, конечно, будет. А вон, наверное, и банистик наш, не? Вон он что-то заведнелось там. Мне кажется, это банис. Очень похож по своим этим. Смотри, банис. Вот он прямо же, банис. Вот он. Ай, затянуло. Вот так бывает, как назло. Только начали спуск. Были метров 200 выше к нему. И он как начал пыхтеть. Посмотрите, как он пыхтит красиво. Роман. Не за тобой пришли снимать. Вика, ну ты же меня тоже нафиг сейчас утащишь. Не падай. Посмотри, как он начал вот так метать. Мечет, как там, рвет и мечет. Опять начал высираться. Вулкан, говорил, начал высираться. Только ушли. Ох, какой! Посмотри, выброс какой, Роман. Только отошли, мы и начались такие красивейшие выбросы. Вот этот прям мощненький, посмотри. Роман, очень мощненький. Мне кажется, я слышу даже что-то. Посмотри, посмотри. Ты посмотри, Роман! Главное, чтобы жарко не было. Теплее, блин. Ой, горы снежные, вон как хорошо видно сейчас. Поснимаю снежок, Мишель, ты соскучилась, наверное? Вот такой вот снежок. И вот такой вот пыхтение. Ага. Лепота! Ау! Давай, облака! Посыпалось, ладно!